В округе провели очередной профилактический рейд, направленный на снижение смертности и травматизма на объектах железнодорожного транспорта. В нем приняли участие сотрудники управления транспорта и организации дорожного движения, представители РЖД, административно-пассажирской инспекции и транспортной полиции. Рейды на объектах железнодорожной инфраструктуры волонтеры, сотрудники пассажирской инспекции и транспортной полиции проводят каждый день. В первую очередь выявляют любителей сократить путь по так называемым народным тропам. Только с начала года в городском округе Люберцы на железнодорожных путях погибли 17 человек. Жертв могло быть еще больше. Постоянно ликвидируем несанкционированный проход. Некоторые дни до 4 раз в день приходилось заново устанавливать ограждение. Сейчас выходит так, что мы добились того, что хотели. То есть транзитный проход прекратился, граждане ломать ограждение прекратили. Нарушителей стало меньше и среди безбилетных пассажиров, которые, минуя турникеты, спрыгивают с перрона, несмотря на идущий навстречу поезд. Добиться этого удалось благодаря профилактическим беседам, которые проводят волонтеры с пассажирами на платформах. Волонтеры предупреждают граждан о том, о безопасности нахождения на железнодорожных путях. Меньше случаев травматизма в связи с этим. Воспользоваться народной тропой или дойти до специализированного перехода. Все чаще люберчане склоняются ко второму безопасному варианту. Особенно сейчас, когда световой день стал намного короче. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.